На этой неделе в общественной приемной Росатома отмечали 90-летие легенды Новоуральска Альфреда Николаевича Аршинова. Весь свой трудовой путь длиной в полувека Альфред Николаевич посвятил Уральскому электрохимическому комбинату, пройдя путь от лаборанта до руководителя трех крупных заводов. Заслуженный ветеран комбината был окружен теплыми поздравлениями от коллег, руководства комбината и города, а также профсоюзных лидеров. Альфред Николаевич Аршинов – яркий пример преданности своему делу и вклада в развитие Уральского электрохимического комбината. Приехав на комбинат в 1958 году после окончания Уральского политехнического института, он за 51 год прошел путь от старшего лаборанта до директора завода. Руководил тремя ключевыми предприятиями комбината – заводом фильтров, газотурбинным заводом номер 2 и заводом электромеханических преобразователей. Альфред Николаевич – кандидат технических наук. Автор 28 авторских свидетельств и патентов, участвовал в создании уникальных источников тока для космических аппаратов. Его заслуги отмечены государственными наградами, орденом Трудового Красного Знамени, медалью за трудовую доблесть, званием ветеран труда и почетный гражданин Новоуральска. Я хотел бы сказать, что сегодня для меня даже для меня, человека, который практически всю жизнь проработал с самого начала возникновения атомной промышленности, даже для меня последние годы достижений в атомной отрасли – это грандиознейшее. Вы знаете, приняты на государственном уровне такие стратегические моменты и решения, которые закрепляют наше сегодняшнее лидерство мировое в атомной энергетике. Сегодня он активно участвует в жизни города, возглавляя клуб научных работников и специалистов Уральского электрохимического комбината и являясь членом общественной палаты Новоуральского городского округа. И вот я хотел бы обратиться к молодежи. Идите в атомную отрасль. Здесь у вас будет все, что вы запланируете. Не бойтесь мечты. Я не ожидал, что я доживу до того, что исполнятся мои даже вот такие. Ну, эти мечты у меня были всегда, но я не думал, что это будет при моей жизни. Поэтому я очень благодарен нашей отрасли, очень благодарен всем людям, с которыми я общался, особенно в последние годы. Спасибо, хочу сказать, о молодежи, не теряйте время. Юбиляра поздравили руководители Уральского электрохимического комбината и города. От имени общественной палаты Новоуральского городского округа поздравил ее председатель Александр Зайцев. В любых начинаниях стабильности, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья и радости в каждом вашем дне. Поздравляем еще раз с юбилеем. Ну, спасибо. Да. Хочу, чтобы Альфред Николаевич, ну, к столетию река, чтобы было. Под ключ там и так далее, и так далее. Здоровья, будем как-то помогать друг другу и так далее, и так далее. Днем рождения. Альфред Николаевич, пусть ваша жизнь и впредь будет наполнена радостью, оптимизмом и вниманием близких людей. Желаю вам крепкого здоровья, активного долголетия и многих ярких моментов.